Сегодня делаем челлендж. Рискованное преимущество. Добро пожаловать в Monster Train обратно. Мы идем за победой. В прошлый раз мы пробовали война это ад, почти получилось. Сегодня рискованное преимущество. Добавляет в колоду 12 случайных карт. Очень рандомный челлендж, кайф. Ранние преимущества. Начинаем с улучшенной топкой утерянным багажом. То есть очень большой первый ход. Много карт в руке, вся энергия. Но у нас хрупкость у пекла. Соответственно, если наш пекло получит урон, мы проигрываем автоматически. Один урон, ну не один. Каждый бой пекло будет начинать с двумя защитами от урона. То есть оно может два удара за бой получить. На третий удар оно умрет. Поэтому... ребят, что думаете? Вильдентен? У меня первая мысль сразу Вильдентен. Берем Вильдентена, всех опутываем путами, никто не может пройти, Вильдентен всех убивает. По-моему, план шикарен. Я не вижу в нем проблем. И честно, здесь, по-моему, самая сильная будет классика. Вильдентен плюс адские отродья, это то, что нам нужно. Адские отродья, у зеленых есть масс урон, который для Вильдентена нужен, чтобы выносить этаж. Потому что Вильдентен накладывает путы, никто не может пройти через его этаж. Но минус в том, что никто не может пройти, поэтому если они этот этаж убивают, то ты проигрываешь. Поэтому, да. Давайте так, сделаем классику. Попробуем классику. Если не получится, попробуем фиолетовых, там еще что-нибудь. Но для начала попробуем классику. И мы не бесов возьмем, а факелы. Поехали. Проблема у Вильдента на 3 места. Он занимает много места. Здесь я согласен. Было бы шикарно, если бы у нас было какое-нибудь перемещение бойцов вверх-вниз и так далее. А, окей. Боевой ритуал сразу есть. 10 ярости, кайф. Это весь урон. Книжка на быстроту, которая... ну, теоретически с Вильдентеном вроде не нужна. Но если вдруг не выпадет апгрейд на быстроту на него, то пригодится. Заточка, очень хорошо. Бритвенное лезвие, кайф. Шипы пойдут. Ну, два мерцания тоже хорошо. Сварщики, очень много сварщиков, бесов вообще. Сварщик и три линяющих беса. Что это за жесть? Там прям все бесы пришли. Прививка, путы. Ритуал обжига, это броня. И еще такой бес. Фу. Ха. Посмотрите на эту жесть. Сколько бесов. И даже большой бес. Самый главный бес. Таран. Укол. Много карточек. Все карточки, а? Так, поменять категорию на Твиче, это вы абсолютно правы. Спасибо, джедай. Monster Train. Забыл. Спасибо, джедай. Окей, посмотрим на арты. Узловатый корень. Союзники получают плюс один урона за каждый слой шипов. Или снижение цены у торговцев. Плюс один урона за каждый слой шипов делает заточку равной плюс 8 урона. Круто. Это одна карточка из всех наших карточек. Если бы мы играли зеленой леди на шипы, было бы классно. Да. Ну тут 8 урона за 2, бритвенное лезвие 10 урона за 1. Поэтому да. Снижение цены слишком сильное для того, чтобы его скипать. А оно с самого начала так хорошо. Это все золото. И здесь... О, мой бог. О, да. О, посмотрите на это. Демоны получают плюс один к мультиудару. Ну, я... Плюс один к мультиудару. Ты никогда не скипаешь мультиудары, а? Да? Путы на бойцов врага перед пеклом. Это кайф. Для этого челленджа. Но мультиудары на демонах. Оно в первом бою ничего не дает вообще. Но, да... И теперь смотрим апгрейды на Вильдентена, которые у нас есть. Окей, у нас есть оба апгрейда на него. Оба апгрейда, которые нам нужны. Первый. Душитель. Вильдентен душитель. Он душит, собственно, вот это и есть путы. Скашивание и путы.
он не пропускает никого. Абсолютно никого не пропускает, и у него есть скашивание сразу, но у него нет быстроты. И эта быстрота и дает усиление быстроту. Он дает быстроту всем бойцам на этаже. Что очень круто. Он очень хорош. И то, и другое очень хорошо, но вот это гарантирует, что мы не пропускаем никого. Быстрота так сильна. И здесь, но здесь будет ролл. На ролле мы путы, не на ролле мы путы. Но без быстроты... У нас есть книжка на быстроту. Книжка на быстроту... Только одна. И она работает на одного бойца, а не на всех. Тут главное не проиграть нам сейчас первый бой, ребят. Чтобы у меня не прошел какой-нибудь лучник и просто не слил нас. Или чувак с шипами. Танк. Танк с шипами в первом бою, чтобы не прошел, не слил нас. Поэтому... Здесь очень важно, мне кажется, взять пустоты. Быстроту. Душителя. Короче, душить надо. Первый бой в любом случае проходим. Не факт. Со скашиванием пройдут боссы. А с хищником не пройдут? Сложный выбор. Я думаю, что я беру путы. Мы их можем не вытащить. Во втором апгрейде путы не приходят, и все, и мы такие. Плюс 4 урона. Я взял скашивание. Плюс 4. Вот о чем я говорю. Вот эти ребят пройдут. Хищник не даст убивать бесов. Может быть, да. Из-за книги на быстроту. Если бы не было книги на быстроту, я бы, может, взял другое, но... Попробуем баф от Вильдентона. Призыв бойца супер хорош был бы. Поискать демонов под мультики. Плюс 4 урона. Я очень не хочу упасть на этом старте. Слишком сильный старт, я не беру челлендж. Боюсь слиться. Мы встанем на третьем этаже. Да. У меня есть вся энергия. Мне нет смысла никого наверх пропускать. Я могу спокойно играть. Бесов. Бесов. Путы. В общем, я могу разыгрывать все. Туда к нему наверх никого, кроме стюардов и одного Может, мне место под бесов, под супербеса надо оставить туда. Я согласен, что плюс 4 можно было легко взять, но я побоялся. Таран здесь делает килл. Ребят, я просто побоялся и все. Не хочу... Очень-очень сильный старт. Когда вы еще находите скидку и мультик на демонов в первой комнате? Это же жестяк. Окей, ритуал обжига мы играем на Вильдентона. Отлично, пошли. Вот книжка быстроты для него. Вот трансцендентальный бес для него. Который даст ему броню. Еще. Беса сюда. И бес там наносил много урона, но главное, что там броня. Это для босса. Лично. Опять же, Вильдентон никого не пропустит. У него есть скашивание и путы. Так что спокойно, панику не делаем. Сюда бесика еще одного. Босс с кражей жизни. О, как неприятно. Знаете, что я могу этому боссу сделать? Я могу ему сделать 3 укола. И сейчас мы апнем урон Вильдентону, и будет все хорошо. Вот ярость. Тяжесть покаяния. Супер неприятно. Окей, урон Вильдентону. И
урон Вильдентеру. Мы в порядке, мы в полном порядке. Таран тут, кстати, ваншот вообще вешает. О, прекрасно. Карточки. По поводу карточек, которые мы будем добавлять в игру. Те карточки, которые у нас есть, мы уже не добавляем. У нас есть заточка, у нас есть мерцание. У меня в колоде 34 карты. Надо быть очень, надо быть осторожным, чтобы не заблудить колоду просто рандомным набором карточек, которые будут делать ничего, либо то же самое, что уже делается. Поэтому мы скипаем. Бесная ярость. А, бесная ярость, ребят. Бесная ярость хорош. Кто у меня Серафим? У меня Серафим, снижающий силу. Окей, бесная ярость я беру. Он очень хороший. С трансцендентальным в комплекте. Кайф. Идем за бойцами. Но не нашли бойца. Окей. Сначала смотрим апгрейды. У нас есть размер. У нас есть размер, хп, шипы и ярость. У меня есть комбинации. Здесь у меня есть 30 к силе магии, но нету. Так. Демон изувер. 3 места. Не идеально для Вильдентона. Сталевар. Это броня. У него эссенция на броню. Я чё-то не уверен, что это то, что нам нужно. Нам нужно убивать. Сейчас он будет работать. У него мультик есть, как бы. Уже неплохо. У нас есть таран, да. Таран у нас есть. И он будет босса бить. Хорошо. Сталевар на него размер. Он не влезет с Вильдентоном. И вообще нам размера будет жестко не хватать в этом челлендже. Я возьму пока что нам Сталевара, чтобы у нас хоть какой-то боец был. И здесь есть варианты сейчас с комбинациями бесов. Здесь я могу сделать бесконечного беса на ярость. Я могу сделать... соединить, например, двух бесов. Вот этого и этого беса. Беса на броню и беса на ярость соединить. Я могу даже вот этих бесов соединить. 15 урона. Это бесы превращаются в 15 урона. Много-много маневров бесячих. Какой из них будет хорош? Мне нравится идея. 5 ярость с броней в комплекте. Играть. Юна вас другим юным бы. Да. Ну да, я имею в виду сварщика влить в яростного. То есть я имею в виду вот этого беса, вот в этого беса. И будет масс броня, и будет масс ярость. Размер на Сталевара я 100% не ставлю. Я буду Сталевара играть пока что с Вильдентоном. Наверное. Но тогда я не смогу к ним беса сыграть. У меня пока места не хватает. Я даже все равно, наверное, размер не буду на Сталевара ставить. У нас есть бесконечность. Окей, ребят, у нас есть бесконечность. Я могу сейчас создать нам этого бесконечного беса. Вопрос. Если мы... Стоп. Знаете что, ребят? Если мы соединим Сталевара с... юным бесом, мы не сможем. Мы не сможем его убирать. Понимаете? Он будет давать броню, все дела, но мы убрать его не сможем.
Потому что у него у самого будет 10 броней. Но если я соединю яростного беса с трансцендентальным бесом и сделаю бесконечным трансцендентального беса, то я его смогу каждый раз разыгрывать, и он с каждым розыгрышем будет больше и больше ярости давать. Как вам такой план? То есть с каждым разыгрыванием ярость будет апаться в два раза, как в этой, в книге разбойников, карточка, которая каждый раз бафается. Давайте сделаем супербеса. Он стоит 2 энергии, но он так много будет энергии давать. Ой, так много ярости будет давать. Там весь урон будет. 5 превращается в 10, 10 превращается в... Я не уверен точно в математике, но оно будет с каждым разом все больше становиться. С каждым розыгрышем. И может быть нам придется взять энергию в итоге. Нет, нам нужно будет брать размер, а потом энергию. Или наоборот. Здрасте. Пришла зарплата со второй работы, и теперь я чуть меньше нищий, чем до этого. Уставший. Завтра вряд ли встану с кровати, но в приподнятом настроении. Буду сидеть и учить билеты к завтрашнему теоретическому экзамену в автошколе. Удачного стрима. Йоу, Рейнмар, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе гигантское за донат. Спасибо тебе большое за донат 48. Вак, если у тебя там... Если тебе там деньги нужны, то ты не надо... Не надо тут донатить. В первую очередь, смотри, чтобы тебе там на все хватало. Там, во вторую очередь смотри, чтобы были запасы. В третью очередь смотри, только в 28-ю тысячную очередь, когда они уже вообще лишние, я был бы очень благодарен. Спасибо тебе большое за поддержку. Слушай, я видел, что ты на... Я видел в Дискорде, что ты байк отвез в ГАИ, все дела. Кайф. Все правильно, ути билеты. Убеждай. Наконец-то сможешь хоть поездить на байке. А то байк купил и только возишь его теперь. Добро пожаловать на стрим. Тебе приятного просмотра. Ну да, не отвез, а тащил. Я видел. Жесть. Это просто жесть. И мы этого беса в этого беса делаем. Так, юного беса в трансцендентального. Да? Да. Юный бес в трансцендентального беса. Кайф. И на него бесконечность вешаем. Бум, бум. Бесконечный. Маленькие апгрейды на него не надо вешать. У меня осталось 30 золота. 30 к силе магии сделает нам сейчас супер мерцание. Но лучше 10 к силе магии пробивания, наверное. А лучше вообще осколков пока не набираться. Потому что сейчас будет очень неприятно. Вот. Да, Рейнмар, добро пожаловать на стрим. Надеюсь, что здесь немного сможешь отдохнуть. Усталость, когда ты делаешь что-то полезное, это ничего страшного. Я думаю, что это кайф. Окей. Вражеские бойцы на каждом этаже. Если мы вытащим скашивание в первый ход, то это пофигу. Потому что Вильдентен с путами. Если, ой, быстроту, если в первый ход вытащим, то плевать, потому что у Вильдентена масса урон. А мне Вильдентена надо вниз ставить. Здесь... А, не, нож огрешника не наносит урона. Да. Но если мы быстроту не вытащим, мы можем потерять Вильдентена. А, но у меня есть мерцание. Берем. У нас есть мерцание. Каковы шансы, что мы в первой руке в 10 карт не вытащим массу урона или быстроту? Смешно было бы, если бы не вытащили, но мы вытащили. Окей. Да, ножик грешника не страшно. Идем наверх. А вот он наш бесконечный бес. Бесконечный. Сыграем мерцание сейчас наверх, чтобы здоровье сэкономить. Вильдентену. Или стоп. Или мне выгоднее
вниз сыграть. Нет, но они придут без ярости, и будет шанс, что я уже быстроту вытащу. Теперь я играю беса, и он играется сюда вперед. Бум. Фух. Сразу 10 ярости. Он сразу в первый ход срабатывает. Чуваки, он сразу в первый ход дополнительную ярость дает. Он сразу дает 5 за призыв и сразу еще пятерочку дает сверху. Вау. Жестяк. Это так много урона. Это такая жесть. Окей, Сталевар. Сталевара я поставлю вниз. Сюда нет смысла его ставить. Сюда есть смысл сыграть стюардов. А их убьют. Окей, туплю. Сталевар. Держись, батя. Я могу ритуалом обжига его убрать. И посмотреть, сколько он ярости даст на следующий ход. Так, смотрим. Было 9 ярости, играем беса. Боньк. 24. Как-то странно. Сколько мы получили? Пятнадцать. Ага. То есть не перемножается. Понял. Ясно, понятно. Энергии сильно не хватает, ребят. 2 энергии каждый ход. Какая же жесть. Энергия нужна как воздух. Ну и теперь у нас есть скорость, быстрота. Снова приходит бес. И, кстати, я его все равно не смогу убирать даже с одним. Даже когда у него один. Здоровье из-за быстроты он не падает. Да. Он не повторяет призыв трансбесов, да. То есть мне нужны факелы, чтобы убирать его. Я играю в факел. Я наконец-то могу, знаешь, что беса сюда. Меня сейчас босс убьет, а? Мне нужен бес на защиту. Сварщик. Сварщик, ты мне нужен. Окей, мне нужно заблокировать 2 удара будет. Нет, 1 удар от босса. И все нормально, ребят. Все в порядке. А у меня 140 урона. Может быть, все не так плохо. У меня 140 урона. Нет, мне не нужно ничего. Мне нужно просто еще раз беса сыграть на следующий ход. И у меня будет 200 урона. Жесть. Вообще жесть. Вау. Нужна какая-то... Окей, ничего не берем. Еще одного сварщика добавить, может быть? Что насчет одного сварщика запасного? Енот-некромант. Енот-некромант, он же король бобров. Спасибо огромное, Дэс, тебе за... подписку, 15 месяцев подписки. Чувак, это очень много. Спасибо тебе огромное за поддержку. Это... Да, это огромная помощь. Добро пожаловать на стрим, товарищ смерть. 15 месяцев, это все месяцы. Добро пожаловать. Спасибо огромное. Спамьте, пожалуйста, ваших енотов и бобров. Енот сегодня опять вместо бобра. Ну, тут что сделаешь. Варлок, ты забросил рогалик от Чибиси? А, нет, но... Мы договаривались с Чибиси, что он его будет делать. Когда он его доделает, мы будем играть. Я не знаю, у него там свои дела. Mm.
В общем, спасибо тебе огромное, Дес, за поддержку. Благодарю. Еще раз. Короля бобров пора увольнять. Много пропускает, согласен. В общем, короче, такая логика. Здесь карты, которые у нас уже есть, даже несмотря на сварщика, я думаю, это скип. Из-за того, что у колода 35 карт. Очень сложно меня убедить здесь взять карту. Хилка мне не нужна. Апгрейды на бойцов. Если бы я делал апгрейды на сварщика, на Столивара, какие бы я хотел на него апгрейды? Мультик? В итоге мы хотим Столивара ставить с героем, чтобы у Столивара, у героя была пассивная броня, чтобы если герой за один ход не может убить Столивар, чтобы помогал. Быстрота ему не нужна, наверное, потому что мы Вильдентону сделаем апгрейд. Может, мы не будем из-за книги. В общем, пойдем за реликами. Да? Клик. Подождите. Пекло получает 15 брони в начале каждого хода. Это же неплохо. О! А это немножко контрит челлендж, да? О, это очень хорошо. То есть, если мелочевка пройдет, мы теперь его заблокируем. Отлично. Это замечательно. О, еще. Еще демоны. Укладчик. А что насчет укладчика, ребят? Уязвимость в ближнем бою. Она сильна. Да? Его, и в него Столивара вставляем, и все, и вот наш демон. И не надо больше искать. И у нас ярость. Да, то, что нам нужно. Отлично, это будет весь урон. Окей, урон готов. То есть, мы уже собрали, в принципе, пачку, с которой хотим работать, типа. И нам нужно, чтобы это работало, нам нужно место, по большому счету. Ну, может, мы сейчас укладчика сделаем маленьким, что-то такое. Вдруг ивент, чтобы сделать его маленьким. Нету. Но есть сброс. И крюк. Так, ну поднимать никого в комнату с пеклом мы не хотим. Спуск бойца на нижний этаж накладывает 2 ошеломления. Сброс хорош. Сброс хорош, даже если его на босса играешь, чтобы босса оглушить, например. Крюк я не хочу трогать. Сброс пойдет, ошеломление, хорошая карточка. А, бесплатная, стоимость 0, можно играть с бесом. Кайф. И теперь есть сила магии пробивания. Но, кстати, я не уверен, что мне нужно осколки на это тратить. Стоп. Цепочка чар на книгу. Две быстроты. Можно вообще на Вильдентона не брать, апгрейд на быстроту, ребят. Только надо на книгу изначально. И мы всегда в первый ход будем вытаскивать нашего укладчика Столивара. Как вам такая вечеринка, а? Неплохо, да? Окей, мы можем сейчас совместить укладчика со Столиваром, но перед боссом это супер опасно. Я посмотрю дальше, что у нас будет. Здесь у нас есть золото. Вот еще соединение. Артефакт. Артефакт. Соединение в самом конце. Допустим, я беру 2 артефакта. Это 30. Будет 70. Мы соединяем. Это будет 95. И можно будет взять изначально на быстроту. Если мы не будем апгрейд на быстроту брать здесь. Если мы его не найдем. Поэтому, может быть, мне не нужно ставить пробивание на мерцание из-за того, что у меня вроде как у меня идет. Лимит. Пускай Вильдентон разбирается.
У него работа такая. Я бы вообще мерца не удалил. Да я бы половину колоды удалил. Но... типа, кому ж легко. То есть, если мы сейчас не соединяем укладчика с этим чуваком, то мы это делаем не здесь, не здесь. Через один бой подходит нам? Здесь я пойду на удаление карт. Да, здесь я пойду удаление. Копирование, копирование на быстроту, наверное. Если вдруг здесь не будет. Нормально? До невидимки. А где невидимка выпадает? Третий, четвертый бой, пятый. Вот вроде бы как до невидимки, нормально. Говорят, что невидимка выпадает на пятом. Окей. Значит, мы сейчас на третьем кругу. Это будет четвертый, это будет пятый. Здесь может выпасть невидимка. Тогда мы сейчас ничего не делаем. Не усиливаем врагов. Ничего не трогаем. На сердце идешь? Да, мы наберем. У нас будет 25, 15, 15, это 30, это будет 55, и мы здесь еще возьмем что-нибудь на заклинание, на какой-нибудь апгрейд или копию сделаем с чего-нибудь. В общем, план такой. Погнали. Значит, пока что ничего не трогаем. Вау, я планирую наперед, а? Насколько я серьезно сейчас подошел к этому челленджу? Я планирую наперед, карту смотрю. Когда такое было, ребят? Так, у нас есть укладчики Столивары. А пока что мы их вместе поставим где-нибудь внизу, да? Пускай. Пускай дерутся. Сюда вниз их. Укладчика Столивара. Столивара впереди. Укладчика сзади. Да, потому что укладчик из... идиот. Наоборот. Наоборот их надо ставить. Мисплей. Окей, Вилдентона я хочу наверх сыграть. Мне надо убрать взрывного конструкта. Мы можем это сделать факелами. Окей, мы можем это сделать факелами и уколом. Теперь я сыграю Вилдентона наверх. Мерцание вниз почистить, чтобы не получали урона. Боевой ритуал. Честно, пока что можно сыграть на укладчика. Укладчик должен стоять перед Столиваром, если что, на будущее, ребят. Не делайте так, как делаю я. Ну, это не катастрофа. Я думаю, мы выиграем этот бой легко. О, бес пришел. Я могу даже... Честно, я могу даже этих ребят бесом бафать. Я могу забить на Вилдентона. И кидать беса им. И они разнесут все. Потому что 4 мультика с бесом, с яростью. Я думаю, это то, что... А Вилдентон будет зачищать, если мелочь будет проходить. Даже несмотря на то, что они без скорости, у них есть броня. За счет брони они затащат. И они так много урона боссу будут наносить, это жесть. Двое Ганс, мы что, злодеи? Кайф. Впервые только что сычал билд в Ring of Pain. Эксвилл, хорошая работа. Докладывай, какой билд был. Я должен все знать. Про свеча. Окей, здесь я беса наверх сыграю, чтобы заодно заблокировать конструкта взрыв. Нет, здесь Столивара убивают, ребят. Что за дела? Ну-ка, руки прочь от Столивара. Окей, мисплеи были совершены. Я потерял Столивара. Как, спросите вы? Тут вопрос не в том как, а зачем. А еще доколе. Но укладчик убил босса, что очень вовремя он это сделал, потому что я был готов удалять игру и форматировать компьютер. Так, Эксвилл докладывает массу урон плюс духовный урон. Кайф. Хороший билд, большой. О, последний рубеж.
Вау-вау-вау-вау-ва. Удваивает ярость союзных бойцов, а? Боньк. Обмен. Вы получаете последний рубеж, я получаю 1000 урона в ход. Древний сплав. Древний сплав, я думаю, правильный ход. Древний сплав — это 25 брони, это защита от мисплеев. Но... как я могу это скипнуть? Вот у нас есть альфа-изувер, пришел наконец-то. Он бафается своим выпадом. Это один из тех случаев, когда альфа-изувер не автопик. Честно, я думаю, он не нужен. И вот этот баф нам не нужен. У нас есть, ребята, у нас есть Ганс и Манс. Укладчик Сталевар. И они... Они сработают прекрасно вместе. Альф... впервые я вижу альфу, который не актуален и которого мы не берем. Обычно альфа — это автопик. И мы берем размер. Размер наше все, без размера нас никто никуда не влезет. Поэтому размер мы берем. Бардок, я за чародейку в Киперсе прошел 20-е выживание. Йоу, кайф. Для меня сейчас чародейка очень сложный персонаж. Я вообще не понимаю, как за нее играть. Я... открывай секрет, как прошел Варло. Варло 112. Копия. А что мы копировать будем? Копия беса? Вы уверены? Окей, давайте сейчас. Ну, мы в любом случае мы пойдем сюда, или мы поищем мерзлоту на удвоение ярости. Два беса не влезут на этаж. Ребят, два беса не влезут на этаж, а после следующего босса мы будем брать энергию. А не... мы будем брать энергию, а не размер. Поэтому два беса — слишком много бесов. Нам лучше сыграть последний рубеж. Для этого. Копия книги на быстроту, большой мозг. Есть у нас еще копирование? У нас копия будет здесь. Окей, ребят? А, ну здесь пещера. Здесь мы берем бесполезную хилку. И здесь мы берем бесполезную хилку. Карточки надо удалять. Так, сюда я иду. Я получаю зеленого бойца, которого 99% шанс мы не возьмем. Получаю голду и заклинание. Я иду сюда. Здесь я буду соединять. Удаление карты — это равно золото, потому что мы будем удалять карты. Ребят, давайте играть безопасно. Поехали сюда. Удвоение ярости — это все кайф, конечно. Мерзлота и все. Кстати, похилиться надо не забыть обязательно, очень важно. Но удаление карточек — это нужно как воздух. Следующий этаж у нас тоже магия будет. Поэтому мы там пойдем. Вот если здесь сейчас не будет быстроты. Поздравляю, нет быстроты. Как чувствовал. Зад мой чувствовал. Быстрота не пришла. И точно так же, если бы мы пошли с самого начала на быстроту, нам бы могли не прийти путы здесь. Вот чего я боялся, когда брал путы сразу. Быстрота не пришла, но быстроту мы можем заменить, скопировав сейчас книгу на быстроту. Делаем копию, все классно. А, да. Жесть. Ну что, берем душителя 2. Как есть. Так, пришла инфа по Legend of Keepers. Огненный билд, пожиратель, огненный элементаль и огненный доспех плюс смоляной шар. Ага, огонь. Принято. Окей, значит, надо будет огонь попробовать за нее. Хорошо, спасибо большое. Два беса дадут всю ярость, но нам и не сыграть. У нас очень душный билд. Самый душный билд. И мы копируем книгу здесь без вариантов. Золото я не беру. Окей, поехали, следующий бой.
Мультиудар. Так, мне предлагают сделку. Враги получают мультиудар, я получаю артефакт. В теории, с достаточным количеством быстроты, нам ничего не будет. Правильно? Правильно. Если мы не вытащим бесика быстро, нам будет очень больно. Че, ребят? Рискуем или нет? Релик имба я прям чувствую. Чат. Вы что, хотите жить вечно? А, быстрота есть, бесик есть. Окей, мы в порядке. Все нормально. Окей, здесь есть смысл, кстати, первый бой, первый этаж сыграть. Нету. Нет смысла. У нас все равно путы. Какая разница? Первый, третий этаж не отличаются. Единственное, что они не будут забафаны, но мы больше забафаемся, если сыграем третий. Окей, мы ставим Вилдентона вперед, укладчика. Кто впереди должен стоять? По идее, укладчик за Вилдентоном. Да. Теперь я играю Бесяру сюда. Играю книгу на Вилдентона для начала. Бесяру мы убираем. Бесяра был убран. Если на первом его не получилось. Я могу сейчас удвоить ярость. Укол, нет смысла не играть. Удвоение ярости сейчас — это не самая лучшая идея, но с другой стороны я ее больше не вытащу. И теперь у нас есть 60 масс урона, что должно хватить. На всякий случай я сыграю ритуал обжига на Вилдентона вместо всяких бритвенных лезвий. Чисто для безопасности, для боя с боссом. Коллекционер со своими деньгами уходит. Мне его остановить нечем. Но кому сейчас легко, да? Просто играем. Не остановим мы его. Нет заклинания. Было бы два факела, я бы подумал, но... Продолжаем играть беса. Медленно, но верно. Беса убрать нечем. К сожалению. Да, беса я не смогу убрать. Потому что две энергии. И... Из-за быстроты он не убирается. Какое-нибудь заклинание для убирания беса было бы шикарно. Но что ты сделаешь, да? Варлок, запомни, главное в огненном билде пожиратель пламени, тот, кто будет стакать пламя. Да, про... Это про этих, про... Про Legend of Keepers. Понял. Шипы сюда. Нормально. Тащим. Бес работает работу. Беса надо было играть назад. Я не знаю, чем я его впереди играю. Теперь мне сварщика не сыграть. Сыграть. У меня есть план, как сыграть сварщика. Я могу спустить беса вниз. Теперь я могу сыграть сварщика. А? Как вам такой план? Бум. Изи сварщик билд. Ха-ха. Игра не ожидала такого хода. Теперь у меня есть быстрота для... Для укладчика. Отлично. И укладчик должен, кстати, стоять впереди перед Вилдентоном для максимального урона. Но теперь я не могу убрать сварщика, что презентует нам
ту же самую проблему. Зачем сварщик нужен? Для брони. Канникан, привет. Варлок, ага, накричал на меня. Че, вырлоком назвал. Окей, я сделал мисплей, но я думаю, мы босса убьем здесь все равно. Мисплеи были сделаны, ребят. Ничего не могу сказать, но мы выиграли. Тут можно даже еще 10 ярости добавить, все дела. Никогда не говорите мне ничего про поезд монстров. Никогда. Не говорите мне о шансах и о риске. Никогда. О, да. Сохраняет остатки энергии между ходами. О, жертва беса. Боньк. Жесть. Фу-хо, мы это сделали. Это просто... Ну, с первого хода у нас так много энергии остается. И карточку на беса. Попробуем на нее недобитку найти, все дела. Да, идем в магазин магии. То есть мы ищем мерзлоту. Ну, мы на него ищем снижение стоимости. Это понятное дело. Сила магии. Но опять же, деньги есть, надо на что-то тратить. Мерцание на всякий случай. Или пробивание. Можно факелы усилить, чтобы лучше бесов стрелять. Думаю, вот, думаю, лучше мерцание. Теперь я рольнул. Мерзлота. Мерзлота это последний рубеж. Бум. Последний рубеж с мерзлотой. Кайф. И мы на него вешаем снижение цены. Все. Сила магии поглощения идет на факел любой. Нет, факелы для нас еще, кстати, более-менее норма. Уколы нам не нужны. Ай... Да, уколы нам не нужны. Но укол это добор на следующий ход. Прививка. Прививка дает энергию обратно. И нет смысла не играть. Одно мерцание. Пускай одно мерцание, да. Мы хотим удалить один чай. Прости, чай. Забыл проверить здесь. Костыль. Окей, у нас есть костыль Нексуса. Объединяет две карты. Если объединить удвоение ярости и удвоение ярости, то будет вся ярость. Боевой ритуал и быстрота. Ярость с удвоением... А, боевой ритуал с удвоением ярости. Да, вы правы. Окей. Боевой ритуал. Плюс... Я схожу с ума, ребят. Крыша не едет. Нельзя, не соответствует. Блин, и чего? Что теперь делать? Книгу. Окей, так. Костыль на своих можно играть? Вот, кстати, интересный вопрос. Масса, утвоение ярости массовое. Окей, костыль можно на своих играть. Мы делали.
Тогда можно удвоение ярости на быстроту. Увеличить шансы вытащить быстроту в колоде. Потому что не факт, что у нас будет. Окей, давайте тогда книгу и боевой ритуал. Вот так. Теперь у меня есть костыль с две энергии, который играет боевой ритуал и быстроту. О, кайф. Все. Теперь у нас есть более дешевая быстрота с встроенной яростью. Увеличивает шанс нам в первый ход вытащить быстроту, что изначально мы так и не нашли. И теперь мы сливаем бойцов вместе. Теперь я иду сюда. Я вливаю Сталевара в укладчика. Я делаю, Сталевар идет в жертву. Простите, в Сталевар. Он идет в укладчика. Теперь у меня супер укладчик. Больше я тут ничего не трогаю. Теперь у меня укладчик плюс Сталевар. И он, кстати, будет стоять впереди перед Вилдентоном. Нет, он будет стоять... Да, он будет стоять перед Вилдентоном, потому что он должен бить танков. А Вилдентон должен бить мелочь. Все, мы готовы. Вперед, поехали. Если сейчас будет... Если сейчас будет невидимка, конечно, она. Кто же еще это может быть? А, мы никаких усложнений не берем, но... Бойцы на каждом этаже нам, по идее, пофигу. Это сикофанты. Сикофанты против нас ничего не делают. То есть самое страшное здесь это сам босс. У нее невидимость, и она контрит наш билд полностью. То есть мы... Она приходит, всех убивает. И такая ха-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 ха. У нас есть Вилдентон и укладчик первый ход. Но они у нас всегда будут в первый ход. Да, мы их играем вместе. Укладчик стоит перед Вилдентоном. По-моему, это правильный ход. Потому что укладчик первым ударом накладывает уязвимость. Бьет по уязвимости и накладывает еще одну уязвимость. И потом атака Вилдентона будет бить по уязвимости. Соответственно, если какой-нибудь танк выживает, то атака Вилдентона бьет по танку двойным уроном. Ну и мелочь Вилдентон и так вынесет. План примерно такой. План Баклан готов. Окей. Хотим сделать так. Прекрасно. Дальше. Очень внимательно играем. Супер внимательный билд. Всех бесов я... Бесов мы не разыгрываем. Вилдентон бьет АОЕ ударами? Да, и тому, на ком будет уязвимость, Вилдентон нанесет двойной урон. Всех остальных он будет бить просто, но тот, на ком уязвимость, получит двойной урон от массового урона. Фу, так. Мерцание. Мерцание сюда, на этих подруг. На случай, если, опять же, если мы быстроту не вытащим. Сварщик. Ну, укол нет смысла не играть. Вообще-то есть смысл, надо было сюда мерцание играть. Ритуал обжига, мы играем на укладчика, он теряет 5 здоровья, главное просто его не убить случайно. Окей, просто стакаем броню. В идеале я хочу сыграть сварщика. А, подожди, так я могу сыграть сварщика и убить сварщика, чтобы добавить еще брони укладчику, да. Да-да-да-да. Так, сюда сварщика, это не мисплей, я вам гарантирую. И мы убираем сварщика сразу, освобождаем место, чтобы можно было нашу беса на ярость играть. Все. Таран. Здесь сейчас нам ничего особо не делает. Мы энергию между ходами сохраняем, запомните. Укол здесь добьет. Семена корня дадут нам добор, что очень-очень нужно. Фу. Медленно, наверное. 69 брони на укладчике. Все еще нет быстроты, а? Я не могу по этому поводу вообще вот цензурных слов найти. Быстрота очень нужна. Я могу убрать эту. Ну, бесшумная метательница здесь не опасна. Мне не... Я сыграю путы просто так, чтобы получить добор. Сброс тоже не стоит пока трогать. Лишние карточки играть не стоит. Но стоит сыграть бритвенное лезвие.
минимум сюда для урона от мультиков. Копим энергию. Энергия копится. Отлично. О, обе быстроты пришли. Так. Ярость. Мы хотим... Кстати, Стюарт... Бесика нету все еще. Ярость. Мы хотим сыграть на мультик. Сюда. Да? Кому ярость нужнее? Укладчику или... Билдентону? Нам супербеса, кстати, вперед играть нельзя, вы правы. Потому что он себя забронирует, и мы не сможем его убрать. Сможем заклинанием, но это супер невыгодно будет. Я буду с ярость играть на Вилдентона, чтобы пока чистить волны лучше. Ярость быстротой, быстрота сюда. И энергию продолжаем копить. Прививка... Прививка энергию возвращает. Одна быстрота, она уже лишняя. Все еще нет беса, но есть ритуал ярости. Последний рубеж с заморозкой. Окей. Хотя видите, проблема укладчика впереди. У них танки стоят сзади у этих ребят. Жесть. Они не проходят, они будут с путами, но они нас бьют. До этого чувака достает только Вилдентон. Поэтому мне нужен ритуал ярости сыграть на Вилдентона. Укладчик сейчас не будет до него доставать. На бесовски привлекательно, но у меня нет недобитки. Я могу сэкономить 10 здоровья. Я могу вот так сделать. Это было не супер выгодно. Этот босс ходил в школу сердца с Lazy Spire, а? Все знает. Жесть. Просто жесть. Я не могу. Окей. Мы можем сыграть беса и убрать его. Для того, чтобы этот бес потом игрался с супербесом. Окей, супербес здесь. Так, супербес должен играться сзади, чтобы он не броню не получал, ничего такого. И мы его должны убирать. Мы играем супербеса, мы его убираем сразу. Все хорошо, у нас пошла стакаться ярость. И потом последний рубеж мы перед самым боссом играем. Здесь мне выгодно сыграть беса, он снимет один стак незаметности. Он не снимет один стак незаметности. Он убьет двух метательниц. Стоп. Если я играю беса, она его атакует. Да, она не потеряет. Он сам по себе этот стак снимется. 9 стаков. Тогда мне не стоит ничего играть сейчас. Бес ничего не делает, мерцание ничего не делает, потому что, ну, Вилдентон и так снимет обоих мелких. Быстрота ничего не делает. Просто копим энергию, чтобы большой последний рубеж потом сыграть. Окей, сброс нас... Вот сброс сейчас даст нам... Да, сброс сейчас даст плюс один ход для наших ребят сверху. Что он вешает два оглушения. Сброс дает плюс один ход. Сброс на бесика дает нам больше ярости.
беса вниз и сброс на босса, точно. А бес получит броню и потанкует. Да. Потому что бес же сыграет сейчас броню на себя. Бес сейчас все затанчит. Точно. Окей, не все, он затащит 20. Но я все равно могу сброс на босса сыграть. И вот это могу сыграть. Нормально. О, мы затащили, все. Руки прочь от клавиатуры. Получилось. 150 золота сверху. Фух, так, это все лишнее. Еще. А вот и энергия, ребят. А вот и энергия подъехала. Пеклозуб. Прикрепит к трансцендентальному бесу плюс энергию. Работа энергия, но пеклозуб навсегда прикрепляет к... Навсегда прикрепляет... Делает трансцендентального бесплатным и так далее. Трансбес все равно в последней руке. Действительно. Глупость какая. И от пеклозуба энергия переносится на следующие ходы рогом. Шансы достать пеклозуба такие же, как шансы достать бесовскую работу. Одинаковые, ребят. Ну тут шанс одинаковый. Колодина 37 карточек. Они оба считаются заклинаниями технически. Бесовская не забивает колоду, добирает карту. Ну, если есть бес, чтобы ее сыграть. Если беса нету, то не добирает. Да? Да. Пеклозуб хороший. Я верю в силу пеклозуба. Отбросьте сомнения. Пеклозуб, добро пожаловать на борт. Не слушай их. Ты самый лучший, самый красивый. Самый хороший. Не верим. Апгрейды на бойцов. Если я пойду апгрейды на бойцов, нашего укладчика плюс Сталевара. Ну, ему еще мультиков в литне не помешает, а? Ну, как бы мультиков можно вливать хоть таблица. Да. Во-вторых, ему можно просто дать здоровье. И все. Но здесь магазин артефактов. И удаление карт. А удаление карт — это наше все. С другой стороны, пещера. Пещера — это шанс на... это шанс на... снижение размера. Артефакты супер заманчивы. Потому что здесь я, скорее всего, пойду сюда за артефактом, магией. По-моему, удаление карт перевешивает все бонусы пещеры, бонусов и апгрейдов на бойцов и так далее. Ребят, чисто удаление карт. Не знаю, что там на стартов будет. Но в колоде 38 карточек. Я имею в виду, их 38, Карл. В пещере тоже можно удалить карты. А можно и не удалить. Можно скопировать 5 раз. Я пойду за удалением карт.
спать. Мозг не хочет думать над билетами, так что на данный момент прощелкиваю на автомате. Потом просто встану в 5 часов утра и повторю все перед экзаменом. Схема рабочая, проверена многими экзаменами. Так и живем. Да? Я примерно так же учился. Ну, я даже с вечера не учился. Ну, правда, мне в ГАИ не надо было сдавать. Вот. Спасибо большое, Реньмар, за донат. Спокойной ночи. Отдыхай. Лучше со свежей головой идти на экзамен. Я тоже всегда так говорил. То есть я не любил с вечера учиться к экзаменам, когда учился. Поэтому... Да, одобряю. Три быстроты зачем? Потому что они критичны. Лучше пускай будет одна лишняя. Если что, можно... А, это не ГАИ, это автошкола. Ну, тогда вообще не ходить, что зря ходить. Все равно все сдашь с первого раза. Что время тратить? Сразу в ГАИ иди, без подготовки. Там оценят. Там за решительность, я слышал, баллы выдают. Дополнительные. Семена нам тоже не очень хорошо заходят, да? Но когда будет вся энергия, мы их сможем играть. Вообще, честно говоря, боевой ритуал нам нафиг не нужен. Да? А, в первый ход он хорош. Давайте... Стюарда легко разыграть будет одного. Давайте семена убирать. Так, сначала арты в магазине. Ярость добавляет дополнительно плюс один урона за слой. Никогда. Никогда не говорите мне ничего про шансы. И никогда мне не говорите ничего про риски. И про выбор правильного пути. Никогда. Как вам такая вечеринка? Боньк? Союзники получают плюс 5 к урону. Боньк? Варлок пробовал игру Trails of Fire? Нет. Я посмотрел на нее и что-то собирался, а потом пропустил. Теперь она отложилась в долгий ящик. Что-то пропустили мы. Почему никогда не собираешь пати на пару этажей, только в один? А, ну тут Вильдентен, он работает через один этаж. Честно, когда появилось божество, стало очень сложно работать на несколько этажей. Потому что... Там такие сильные пачки приходят, что когда ты распределяешь силы между этажами, тебе эти этажи выносят. В старой версии, когда не было божества, был только Архангел. Мы часто делали такие рандомные пачки, когда на всех этажах все выставлено. На самом деле, Monster Train стал более узким, как рогалик. Выходом божества. Из-за того, как... Какое божество сильное. И какие на нем сильные пачки идут. Тебе нужно что-то делать скейлящееся. И нужно фокусироваться на каком-нибудь одном суперсильном юните. Или на одной суперсильной комбе. А если ты делаешь немножко... всего среднего, то есть три средненьких этажа, которые могли бы работать на Серафиме, на божестве ты один из этих этажей потеряешь и все развалится. Как-то так. И на божестве у тебя нет пару ходов, чтобы разогнаться. То есть для того, чтобы сыграть три этажа, тебе нужно
3-4 хода. Божество не дает тебе 3-4 хода. Там на второй ход либо ты всех начинаешь убивать, либо ты проигрываешь. Даже не в этом челлендже, а просто. Ну, в этом челлендже, понятное дело. Потому ты не имеешь возможности разогнаться. В общем, под божество своя специальная тактика идет. Стратегия. Я долго шел до этого понимания. Сейчас начинаю потихоньку понимать. Поэтому, да? Варлок видел игру Войдиго. Похоже на Ганжин. Не планируешь попробовать? Не видел. Не видел. У нас сейчас такие хорошие рогалики. Я что-то не особо хочу что-то новое даже пробовать. Да, ячейку улучшений ради одного столивара что-то мне брать не хочется, ребят. Я рольну. Союзники получают плюс 5 здоровья. Это нельзя брать. Это просто нельзя брать. Это сломает бейсиков и проиграет нам весь забег. Удаляем карточки. Ну что мы решили, что... А, прививку нафиг. Давайте еще минус карточку. Путы. Путы нафиг. Они нам не нужны. У Тиджоя видос есть по Войдиго? О, а что я пропустил? Старая? Это игра новая или старая? Что я не видел у него. Вроде никаких новых рогаликов. Все, поехали на босс. Новая ранний доступ. Надо посмотреть. Так. Сбор. Ну ты козел. Он поставил камень на сбор мне сразу на третий этаж, а? Так. У меня нет беса. У меня есть книга на быстроту. Если я поиграю Вильдентена и укладчика сюда, они получат 2 оглушения, да? Раз оглушение, 2 оглушения. Нет, у Вильдентена будет 3 оглушения. Да, Вильдентен словит 3 оглушения. Потому что на нем будет 1. Нет, 2 у него будет. У укладчика будет 1 оглушение, у Вильдентена 2. Короче, кого первым сыграем, у того будет 2 оглушения. По идее, это ничего страшного. Потому что сикофанты идут 1, 2. И они на второй ход приходят, и Вильдентен их выносит одной тычкой. Окей, мы можем играть на третий. Изи. Первым Столивара. Вторым Вильдентена. Столивара 2 оглушения, Вильдентена 1. К тому моменту, когда дойдут сикофанты, у Вильдентена уже не будет оглушения. У него будет быстрота. И он их снесет одним ударом. План? Баклан. Только беса не надо туда играть. И все будет хорошо. Дальше сюда лезвие. Укол можно на босса сыграть вообще. Им их тимбафать семенами тебя. И больше ничего не разыгрывать, копить. Бесы не бойцы? Ох, я не хочу проверять, ребят. Давайте в другом забеге проверим. Мантра. Осторожно, мантра. Я сыграю Стюарта. Просто, чтобы убрать его. Я ненавижу. Это, чтобы поглощением убрать. По-моему, эти... За бойцов не считаются товарищи. Как их там? Которые у... Которые у тьмы. Те, которые у тьмы, не считаются за бойцов. Окей, у нас мантра, очень осторожно. Не играем ничего лишнего, играем бесика. И все. Но бесик сейчас броню получит, ребят. Окей, сбросить бесика. Но это сделать мантру, пофиг, сбросить бесика. Чуть не смисплеил. Опять беса в очередной раз. Потому что укладчик бафает броню бесу. Очень важный момент. Потому что я хочу убрать беса.
мне нужно что-то, чтобы... Здесь я играю беса. Сюда. Мне нужно его чем-то убирать. У нас ритуал? Мы его вытащим или нет? Окей, косты. Давайте костыль сыграем. Бес плюс ритуал. А, вы правы, да. Бес плюс ритуал, точно. Окей, 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 работаем. Почему бес, а не вперед? А, потому что бес мы не хотим, чтобы броню себе делал. О, вот теперь план пеклозуб в действии. Смотрите, боньк, пеклозуб. И теперь бес дает всю энергию. Вообще всю энергию. Как вам такая вечеринка? Пиш. 9 энергии. Вот это жестяк. Вот теперь я его точно убрать не могу. Ой, да пофиг, у меня столько урона. Вон на двойную ярость. Посмотрите на это. Вся энергия, вся ярость, весь урон. Давайте убьем босса просто. Потому что сварщик сыгранный. Этот бес начинает броню давать. И ритуал убирает беса. Ритуал, между прочим, неплохая замена. Ритуал неплохая замена. Я знаю, нам надо пробивание на этот. Пробивание надо на факелы навесить. Ой, вот бесовски привлекательно теперь. Потому что бес навешивает броню на первого бойца, соответственно. Окей, просто не трогай ничего. Мы выиграли. Там столько урона. Там что, двуцифры по 800 вылетели. Жесть. О, как хорош. Так, книга на быстроту не нужна. Армирование. Не знаю, с этим бесом у нас весь урон. Армирование, вся броня. Если она будет нужна. Но по идее с быстротой она не нужна. У нас достаточно той брони, которая у нас есть. По идее должно быть достаточно. И урона должно быть достаточно. Лучше не брать еще одну карту, которая выполняет примерно ту же функцию, только может не так хорошо, как быстрота. Я думаю, это скип. Все лишнее. Размер даст возможность добавлять еще одного беса на тот же этаж. Оно нам надо. Энергия, вроде бы уже проблем с энергией нету. Забор? Просто забор? Размер даст возможность играть на втором этаже. Но я не хочу играть на втором этаже. Я хочу играть на третьем этаже, даже на божестве. Несмотря на массу урон божества. Берем добор, я думаю. А, колода, да, жесть. Спасите мою колоду. Так. Пойдем апгрейды на бойцов теперь поищем. Апгрейд, блин, как недобитка нужна на бесовски привлекательно. Герой умрет, брони на героя нет. Есть. Укладчик, сталевар. 5 брони вход. И мы найдем арт, который дает плюс 4 ко всей броне. И как раз то, что нужно. Босс 9 урона. Ну, нам хватит хп. Нормально, нормально, ребят. No panic. No panic, окей. Okay. Сейчас мультики повесим. Здоровье Сталевару я не буду давать. Размер я Сталевару не буду давать. Зря я сюда пошел, а? Ярость ему что ли дать? Мы ему два мультика уже не найдем. На тебе ярость, укладчик. Будет яростный укладчик. Арррр. Обладится недобиткой. И смотрите, снова владыка шипов. Так нам и не пришел апгрейд на быстроту. Как хорошо, что мы пошли на путы.
Окей, посмотрим здесь арт. Клик. А, я говорил, вот он, молот на броню. Ха-ха-ха-ха-ха. Но вода. Ну, вода так хороша. О, вода так хороша. Вода в столько бафов от осколков контрит. Она ненадежная, но она так хороша. Она снимает все, но это так много брони, ребят. Это вся броня. Мы будем бессмертны. Неуязвимы. Построить карту. Я хочу этим заниматься. Мне ивенты такие интересные выпадают. Вообще не то, что... Ну, давайте. Броня. Усиление. Перемещение вперед, отталкивание назад. Давайте. Притяжение. Дает 14 брони, дает плюс 10 к урону, притягивает вперед. А оно нам надо? Честно? Не особо. Да, в обычном забеге это было бы хорошее заклинание. Очень хорошее заклинание само по себе. Ну, броня, урон, переставление бойца вперед. Или назад, если другой баф повесить. По-моему, для нас это вообще ни о чем. Мы с одного беса получаем эффект 10 таких сфер. И колода в 34 карты все еще. Поэтому, да. Дальше мы пойдем за апгрейдами на магию, наверное. Защита от чар. Защита от чар, я сплю. Так кто у нас? А, угасание наносит урон. А, вот сейчас броня их заиграет, ребят. Вот тут нам броня и пригодится. Окей, у нас есть наша патька. Билдентер идет сюда. Укладчик идет... Конкретно для этого боя мне надо укладчика поставить назад. Из-за специфики боя. Потому что здесь танки стоят за дамагерами. Поэтому здесь я укладчика поставлю сзади, чтобы он бил златокрыла. Окей. И быстроту мы дадим сначала Вилдентону. Он заслужил. У меня есть удвоение ярости, это пригодится потом. Здесь я сыграю беса, чтобы усилить нашего беса в будущем. Мерцание бесполезно, но не совсем бесполезно. Баночка на шипы снимает защиту от чар. Теперь мы можем сыграть мерцание, сыграть еще так и снять всю защиту от чар. Можно было ее сыграть факелом и убить его вообще здесь, не получив урона наверху. Но кому сейчас легко? Можно было не мисплеить, можно было вообще... родиться, я не знаю, русалкой. И было бы офигенно. Был бы хвост и плавал бы по речке. А, бомба. Но мы не русалки. Поэтому работаем с тем, что есть. Окей, книжка на укладчика. Очень хорошо, что у меня с бесами. У меня есть мой супербес. И у меня есть бесовский привлекательный. Это должно быть сыграно. Перед этим бес-сварщик идет в атаку. Для того, чтобы бафнуть беса. Теперь я играю юного беса сюда. Он в нем уже вставлен бес-сварщик, поэтому он бафает Филдентона на защиту. Мы его убираем. Я разыгрываю еще одного беса, чтобы бафнуть беса на следующий ход. Хотя можно было еще альтернативную энергию оставить. Как только мы вытащим беса на энергию, все будет в порядке. Вот Пеклозуб приехал, Пеклозуб готов, он в ярости и он рулит. Теперь у нас есть вся энергия, можно вообще уже не заморачиваться ни над чем. Мы в полном порядке. Удвоение ярости есть, просто играем карточки и забываем про все. Спуски, не спуски, неважно. У нас будет весь урон. И артефакт на плюс ярость так хорош. На плюс урон от ярости, точнее. Снова идет бес. Бес дает, делает нам 10 энергии. Мы его убираем.
Делаем еще ярость. Можно еще урона добавить. Можно семена сыграть. Да, по-моему, мы создали. Я уверен, что мы выиграем. Бафт, победа. Знаменитые слова, все дела. Последние знаменитые. Последние слова. Варлок, не спеша играет, а у меня уже 10-й дедал. 10-й дедал? Ты что, фармишь дедалов, как этот? Как в Диабло. Фармили мефраны там, или балраны. Проходишь одну и ту же локацию снова и снова, чтобы там шмота набить. Тут дедала бедного на фарм поставили. Офигеть. Вот, кстати, зачем я брал там бесика на энергию. Смотрите, как много энергии. Я могу все разыгрывать. Я бог разыгрывания карточек. А, это война, это ад? Да, все понятно. Все ясно. Ну, война это ад, что тут скажешь. Здесь не просто будет победа, здесь супер авто победа. Я еще могу круче, подождите, это еще не все. Нужно победить со стилем. Боньк. Последний рубеж. А, боньк. Окей, Вилдентон бьет на 1300, а укладчик бьет 1500 умножить на 2. Чего-то здесь не хватает. А боньк, okay. Должен был эпический таран на 5000 урона быть. Но я смисплеил за защиту от чар, поэтому эпичность на эпичности не получилось, но все равно. О, хорош. Сила огня. Тоже ярость и броня, типа то, что нам нужно. Но честно, у нас бес все это делает. Чуть-чуть урона не хватило для ваншота. Эх. И вот Серафим. Серафим, мы идем за чарами и удалением карт. Так, удаление мы вроде решили, что... Что мы решили? Что у нас такое ненужное? Совсем. Честно, мерцание, несмотря на то, что его прокачал на силу магии, по-моему, не нужно. Консервированные шипы, наверное, не нужны. Факелы нужно для беса оставлять. Что лучше, мерцание или семена? Семена хуже мерцания. Шипы, добор трех карт. А потом после прокрутки колоды шипы начинают место занимать. Ну, я согласен. Когда ты их играешь, они дают хороший добор. И, по-моему, мерцание... По-моему, мерцание, да, которое не сжигается, уберем. И уберем одни семена. Да? Да. Килка. 140 здоровья. Кайф. Изначально так и нет, ребят. Недобитка. Мерзлота. А мерзлота... Если бы я был мерзлотой, я бы... Я не хочу на бесовске привлекательно, я надеюсь недобитку вытащить. На таран, наверное. Таран единственное, что я вижу смысл. Все остальное мы играем здесь и сейчас. Таран вообще удалить надо. Ну, он может быть полезен. С мерзлотой. Окей. Снижение стоимости. Снижение стоимости на костыль. Не, на ритуал. О. Так. Силу магии на факел.
Если вдруг бесику случайно бафнем броню, этот факел будет защитой от мисплеев. Удаление поглощения есть. Но нам не нужно это. И снижение стоимости на... Не знаю. На ритуал. Это для бесиков. Недобитки нету. Сила магии, опять же, сюда же еще один факел для защиты от мисплеев. Окей, все, 500 золота осталось на артефакты. А, есть... О, адские знамена. Адские знамена, вся энергия в начале игры. Оно? Оно. Ну, костыль Нексуса удаление поглощения? Я думаю, не надо. Адские знамена тоже защита от того, что если будет фиговый старт. Пакт X не надо. Окей, так, ролим. Ну, ё-моё. Коллекция хвостов. Союзники не утрачивают ярость. Круто? То есть теперь ярость даже падать не будет. Офигенно, да? Естественно, надо взять улучшенный прототип. Потому что у нас есть Стюарт. Он с нами всю игру прошел. Я думаю, он заслужил пенсию. Поэтому мы ему купим заслуженный прототип. И такой будет усиленный Стюарт-пенсионер. Он повышен был из Стюарда до машиниста. Вперед! Мне нужно набрать осколков. На семена. Стюарт будет благодарен нам. Сейчас умрем. Не боитесь. Вы что, хотите жить вечно? У нас есть комбо. У нас есть Вилдентен. И укладчик сразу. Стоп. У нас Серафиме. Мы хотим укладчика впереди ставить. Не сзади. Впереди. Чтобы он выносил танков. И у меня есть обе скорости сразу. Это скорость с яростью. Это обычная скорость. У меня есть бесик. Одна штука. Тоже надо сыграть сразу для усиления. Мерцание на сжигание можно сюда замутить. Бафнуть урон сразу. Нам сейчас главная проблема будут танки, поэтому я бафаю урон именно укладчику. Ой, Лэйзи Вольфист. Привет. У меня большие сообщения Twitch не удаляет, но у меня на них идет автореакция, как на сообщение бота нашего. Поэтому большие сообщения — плохая идея. Утро стример, утро чатик. Сейчас посмотрел одну из записей стрима. Запомнил вопрос. Варлок любит повторять фразу Гэндальфа в Мории. В этой фразе есть упоминание пламени Удуна. Это вроде закат на Квенья. С чего бы это Жени Камша, Маргот с Балрогами не про закат? Есть кто знает Толкина в чате, достаточно просветите. Ребят, нам нужен кто-то, кто Сильмариллион читал. Я Сильмариллион читал, честно. Я знаю, что Гэндальф говорил. Он говорил, бегите, глупцы. Вот Николет читал Сильмариллион. Окей. Два раза? Отлично. Так, нам нужна информация про пламя Удуна. Гэндальф говорит. Сейчас. Как он говорит. Блин, я уже... Теперь я не помню. Теперь... А теперь я не помню.
Я хранитель пламени Анора. Пламя. Огромное пламя Удуна не поможет тебе. Ты не пройдешь. Что-то такое. А я теперь забыл цитату. Я ее обычно помню наизусть. Ну, блин, сломали меня, чё. Ребят, сломали. Стример сломан. Был. Успешно. Окей, все, у нас есть юный бес, мы выиграли, кстати. Если чё. We are winning. Боньк? А, боньк? И книжка на быстроту. На Серафима. Йоу, мы можем быстроту на врагов накинуть? Не можем. Вильдентон, держи двойную быстроту. Мы, кстати, имеем шанс вынести Серафима. А, Пеклозуб приехал. Прекрасно. Пеклозуб вперед. Блин, на большого беса-то не сыграть. А, капитан, я его забыл убрать. А теперь у него броня. Но у нас есть факел на защиту от мисплеев. О, да. Я говорил, что факел защиты от мисплеев пригодится. Не зря его прокачал. Хорош. Вильдентон в два раза быстрее умирает? Почему? Куда Вильдентон умирает? Ребят, чё, с Вильдентоном все хорошо. Вы чё пугаете? Не пугайте, никто там не умирает. С Вильдентоном все хорошо. Стюарт, не волнуйся, Вильдентон в порядке. Не слушай их. Вильдентон у них умирает. Бесовски привлекательно. Ну, ритуалы бомжика можно смисплеить укладчика, я не спорю. Это запросто. Кто же спорит-то? Ритуал бомжика на укладчика и до свидания. Что у нас? Мы мало урона наносим, а? Нам силу добавляют. Что у меня 7 сока висит. Вот почему мало урона. Смотрите, даже не выносим всех. Жесть. Ну, берите свой сок от меня. Изыди отсюда. Багровое пламя Удуна не поможет тебе. Убирайся обратно во тьму, Серафим целомудренный. Ты не пройдешь. Так, ритуал обжига надо мисплеить аккуратно. Но я думаю, все, мы уже. Потому что бес с каждым розыгрышем бафается. Каждый раз разыгрывая беса, он становится сильнее и сильнее. Арифметическая какая-то там прогрессия. Вся ярость. Если я сейчас удвою ярость. Подожди, надо максимум набить уже, да? В конце концов. Стюарт? Стюарда мы не играем, он идет на пенсию. Окей? Стюарт на пенсии. Вообще нам, чтобы проиграть, достаточно один раз бесика вперед поставить, и будет кайф. Таран наносит 1500, а? Окей, вот еще раз бесик. 250. И боевой ритуал. И последний рубеж. 1600 урона на укладчике. Таран. Без урона. Изи Серафим без урона.
3200 второй удар у кладчика. Нормально. Я думаю, может хватить дамаги. Есть шанс. Ну что, божество? Добро пожаловать на вечеринку. Пати хард. Окей, мы на первый этаж не ставимся. Я сразу вытащил бесика. Но мы не вытащили скорость, смотрите. Есть немного того, немного другого. Божество бьет на 10, вы были правы. Окей, вопрос на божестве. Где я хочу, чтобы сказать, стоял Вилдент? Почему ставок не было? Я забыл. Кстати, ветеран войны абсолютно прав. На бесе видно. Может быть, теперь я хочу, чтобы Вилдентон стоял впереди? Для того, чтобы он убивал мелочь, а укладчик бил само божество. И будут некоторые волны, на которых укладчик сможет убить божество раньше, чем оно закончит свой ход. Вот где без танков волны, а такая сплошная мелочевка. Как вам такая вечеринка? За 9 волн мы успеем разогнаться. Много танков. И боссы еще. С боссами, да. А, у танков защита от урона. Ну, вы правы. Окей, с защитой от урона точно не стоит экспериментировать. Бес в наличии. Мы его, кстати, разогнать никак не можем сейчас. Что я его могу снять? Сброс я сразу сыграю на божество. Пускай наши ребята покопят два хода броню. Так. Теперь бес идет. Бес пошел. Бум. Бес есть. Снимаем его, убираем его. Семена. Поначалу на Вилдентона для разгона. Уколы дадут нам весь добор. Здесь что? Здесь убивай. Мантры нету. Стюарт на пенсии. Мы его не выпускаем. А, две быстроты. Прекрасно. Три быстроты. Вся быстрота. И три бесика у нас есть. Без сварщик. У них убивай, да? С этими ребятами аккуратно, у них убивай. Мантра, убивай. Ну тут не страшно, убивай. Окей, сюда бесов сыграть. Здесь не страшно, я убиваю. Так. Так. Все, отбафали нашего супербеса. Теперь он действительно супербес. Теперь я его играю сюда. Сейчас очень аккуратно, чтобы ничего не смисплеить. Убираем беса. Пошла быстрота. Быстрота. Раз. Костыль на мультик. Сейчас. Эту быстроту сыграть, чтобы убрать с колоды. Кол. Снять защиту от урона с тебя. Сварщика на третий не надо. Все хорошо, ребят. Все идет по плану. Окей, наши ребята тащат, получают 17 урона, но ничего, там есть броня для этого. Урожай. Окей. Урожаем аккуратно. Мантра убивай. Угасание. Можно беса сюда сыграть. А, нет, нельзя было. Мантра? Почему они бафаются? Почему они все... Я не знаю, ребят. Окей. Большой бес пошел сюда. У нас есть для него бесовски привлекательно. У нас есть урон, отлично. Лезвие пошло. Мерцание куда-нибудь сюда. Оставляем энергию. А, там один хилит, понял. А, вот наша энергия подъехала. Бонь. Значит, закидают тяжестью покаяния, кстати. Очень плохо. Факел, убрать беса.
Можно удвоить. Если я сейчас удвою ярость, у нас проблема с уроном решается до конца боя. У нас будет 500 масс урона и 1000 точечного. Вилдентону надо дать брони. Сыграть что ли сейчас? Этого дамага нам хватит. Погнали, просто бьем босса. И массу урона выносим босса. Тяжесть покаяния очень важно убрать. Бес пошел. Жай, решимость. Я смотрю, чтобы под мантру ничего не разыгрывать. Если бы укладчик стоял сзади, мы бы уже убили божество, кстати. Надо было укладчик оставить сзади. Было бы минус божество уже здесь. Хорошего всем стрима, я пошел, к нам Сплин приезжает. Йоу, от нереп, кайф. Сплин. Хорошая музыка. Кстати. Вот, ребят, наш шанс. Если я сейчас сделаю таран, то один удар укладчика прилетит на последнее божество, и мы нанесем ему 2000 урона. Что? 2170. Потому что на него наложили защиту в ближнем... уязвимость в ближнем бою. А мы его убиваем, йоу. Что? Вилдентон имба? Жесть. Вообще жесть. Мы это сделали, йоу. Это вот типа, ну, Вилдентон, ребят, он так хорош. Он так крут. Как долго мы с этими челленджами мучились? Супербес. Супербес так крут. Билдентон сделал много работы. Да, он давал этот массовый урон и так далее. Укладчик уложил божество. Но, я имею в виду, без супербеса такого бы рампа гигантского не было. Мы очень хорошо сыграли. Укладчик дамажил. Укладчик давал уязвимость ближнебойному урону. Это много урона. Вилдентон дабл дэмэдж наносил. Так что у нас две победы подряд. Кстати, серия побед, да? Ну-ка. А челленджи не считаются за серию побед, ребят. Эх. Мы убрали рандомные кланы для челленджей. Если мы будем делать обычные забеги, full random build гарантированно всегда. Но для челленджей я официально заявляю, челленджи на божестве нужно брать, нужно пикать расы. Вы меня знаете, я люблю играть рандомом. Все старые челленджи до божества мы прошли full рандом, ни разу не нарушив правила. Но здесь нужно выбирать. У нас остался самый лучший челлендж. У нас осталась война, это ад. И да. О, да. Это будет ад. Ну, а чего? Кому сейчас легко, а? Ой, не в те горы прилетели, извините. Вот те горы. В любом случае, победа сделана. Я счастлив. Я надеюсь, вы тоже. Когда вас спросят, где бы вы были, когда укладчик уложил божество на лопатки, вы можете ответить: я был здесь. Варлок, а ты мерзну? Рейнмар, ты чё не спишь? Кто-то вроде час назад спать пошел.
Запрятался, но котов увидел, что коты мерзнут, не сдержался. Проснулся, небось. Чат, грейте котов, зажигайте монеты. Рейвард,